С 14-кратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы по армрестлингу среди паралимпийцев Виктором Браченем мы встретились в клубе «Дельта», где брестский рукоборец совмещает приятное с полезным. Известный спортсмен работает здесь инструктором, тренируется сам и тренирует своих учеников. 2018 год для уроженца Больших Мытыкал стал серебряным. Весной Виктор привез 2 медали с чемпионата Европы, а сейчас еще 2 с чемпионата мира. После золотых дублей из прошлого года можно было бы сказать, что это уже шаг назад, но здесь, как бы, конечно же, это не оправдание, это просто объективные причины, объективная оценка. Есть травма, которая не давала, да, полную силу тренироваться. От многих упражнений пришлось отказаться, которые именно были мои короны. Человек, который не привык отступать и идти к цели, несмотря ни на что. Это про Виктора Браченю. 4 поединка на пути к финалу брестский армрестлер выиграл. В решающей схватке за золото извечный соперник нашего рукоборца, россиянин Омар Нурудинов, оказался сильнее. Дала знать о себе старая травма. Было сложно психологически настроить себя на борьбу, потому что, когда ты знаешь, что у тебя есть травма, и ты понимаешь, что тебя вот буквально через неделю после возвращения ждет там операция, да, тяжело было себя настроить именно бороться. Ну, скажем так, сделал правильную расстановку, и можно сказать, что некоторые поединки просто не боролся. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что если даже выиграть получится один поединок, нужно выигрывать второй, да, в финал. И плюс, даже если выиграть золото и потом после этого поставить на крест на борьбе левой рукой, как бы, ну, это глупо. В конце октября Виктору Брачени предстоит операция в столичном институте травматологии и ортопедии, потом длительный период реабилитации. Но оптимист по жизни Виктор Брачени не унывает. Его цель – 50 золотых медалей, и он намерен этого результата добиться. Все-таки 18 лет в спорте, уже понимаю, что еще хочется как минимум столько же пробыть. У меня получается всего 55 медалей чемпионата Европы, мира и Кубков мира. Я себе поставил вот цель, это 20-кратный чемпион мира, и меня спрашивают, а что дальше? Вот представь, вот, ты станешь, да, там пойдет иное количество лет, что дальше? Я говорю, ну, будет цель завоевать 100 медалей чемпионата Европы и мира. Уже в мае 2019-го в Греции пройдет чемпионат Европы по армрестлингу, а в сентябре-октябре в Польше чемпионат мира. А это значит, что Виктору предстоит очередной поиск финансовых средств для поездки на турнир, чтобы вернуть золото в Брест. Ирина Альшова, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.